У нас к самой решающей реализационной стадии подходит так называемая социокультурная модернизация системы общего образования в республике нашей. И для нас в первую очередь важен наш проект ФИПовский нашего института, для того, чтобы этот проект был реализован более-менее неформально, потому что существует же такой расхожий тезис, что школа начинается со школы для учителя. И в этом смысле для нас важно, чтобы наш институт принял свое непосредственное, активное, в каком-то смысле организующее и такое навигационное, может быть, участие в проекте социокультурной модернизации. На наш взгляд, здесь возникает некий такой прецедент, когда какое-то количество курсовых образовательных программ повышения квалификации могло бы ориентироваться на такого специфического заказчика, не в лице каких-то субъектов, типа там учитель, управление образованием и так далее, а в лице программ социально-экономического развития муниципальных районов. У нас как бы, в течение последних 2 лет проходил массово такой этап, который мы называли анализом социокультурной ситуации. Каждый вуз, который принимал участие в этом, причем я говорю, что не все вузы, мы решили идти не таким массовым порядком, а чтобы к этому проекту подключались по мере своей возможности, по своей инициативе, по желанию вуз за вузом. И год назад проходил конкурс муниципальных районов по этому направлению. Мы определили 5 первых муниципальных районов. Они в совокупности получили на реализацию первого года своих проектов 40 миллионов. Сейчас идет отчетный период, дальше возможно пролонгирование, и будут добавляться еще другие муниципальные районы. То есть как бы в этих улусах были разработаны утвержденные главами муниципальных районов так называемые карты социокультурных проблем и образовательных приоритетов муниципальных районов. И вот на основании этих карт, утвержденных главами администрации, мы с ними начинаем работать и по повышению квалификации, и в целом по навигации и сопровождению их социокультурных образовательных проектов. То есть самая основная перспектива нам видится именно в этом направлении.